Университет – место, где зажигаются и горят звезды, а в Крымском федеральном они сияют ярко не только в работе, науке, обучении, но и в искусстве. Сегодня звезды КФУ радуют студентов и сотрудниц, посвящают им свою творчество и поздравляют с Международным женским днем. Праздничный концерт – ежегодная традиция вузов в преддверии 8 марта. На сцене объединяются сотрудники, преподаватели и руководство университета, чтобы в стихотворениях и песнях выразить теплые чувства к студентам и коллегам. А творческие коллективы помогают им в этом. У нас очень яркий университет и очень много ярких и значимых людей. Каждый открывает себя на своем рабочем месте, но сцена – это магия. И мы очень удивились, увидев, что наши работники университета не только грамотные, не только умные, профессиональные, но также и бесконечно талантливые и творческие. Каждый концертный номер – дуэт артиста и сотрудника вуза. Для последних было непросто выйти из зоны комфорта, но интересно попробовать себя в новом амплуа. Это был прекрасный опыт. Во-первых, я поняла, насколько непросто наших артистов. Но мне очень повезло, у меня был прекрасный партнер, отличная подтанцовка, команда ребят просто великолепная. Так что эмоции только положительные, их очень много. Я очень рада, что поучаствовала в таком проекте. Практически полный концертный зал уже давно не собирался, отмечают организаторы. Но женский день – один из любимых и первых в году весенних праздников в Крымском федеральном. В университете женщины, они объединяют в себе красоту и ум. Удивительное такое сочетание. Поэтому университет – уникальная территория, уникальных женщин. Всех поздравляю с 8 марта. Наравне с мужчинами женщины в вузе становятся учеными, исследователями, преподавателями и научными сотрудниками. А сегодня блистают на сцене, принимают поздравления и отмечают свой праздник. Яна Дученко, Сергей Мельник, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.